Всем привет, с вами Зурпойнт, это GTA 4 The Lost and Damned. Продолжаем проходить. В прошлой серии оборвалась резко, потому что у меня опять игра вылетела. Я продолжаю с того же момента, где и закончил. И нам надо отправить к Эшли. И это, избавился я от этих стрелков Рэя Бачина. Вроде как пока что, я надеюсь, игра не собирается вылетать. У нас скоро финал, так что я надеюсь, вылет эти скоро закончатся. Так, вот она. Хорошо. Как дела? Прости меня. За что именно? За все, он мне все рассказал. Рэй мне больше не друг. А мне подавно, киса. Джонни, у меня плохие новости. Джим, он не... Блин, серьезно? О нет, о господи. Джима убили, серьезно? Твою ж мать. Ангус покалечен, Билли спятил. А теперь это еще Джим. Да уж, это расплата так расплата. У тебя есть я. Нет у меня тебя, я наркотест на всю катую. Джонни, я брошу. Ну да, я последний идиот и поверил в твою вранье. Нет, не моя вина. Это моя вина, тупорылый болван. Я лягу в клинику, начну новую жизнь. По крайней мере, он сказал мне, что ты не пострадаешь. В противном случае, я бы на это не пошла. Да ну, может, пора пришить. Зачем париться, мне бы и так было лучше. Но Джонни, Рэй, не проблема. Ты вообще о чем сейчас? То есть хитрожопый гангстер хочет меня убить, это не проблема? Это все Билли. Понимаешь, Билли? Рэй, прикинь, Билли пытался натравить его на тебя. А теперь сел в тюрьму, он свалит всю вину на тебя. Мне очень жаль. Еще дальше-то. Должен кого-то найти, кто тебе поможет. Может, конгрессмен? Возможно. Посмотрим. Давай, двигай отсюда. Я люблю тебя, Джонни Кей. Мы говорим на разных языках, Лили. А теперь вали нахуй отсюда. На самом деле, мне надо закупиться. У Терри. Ну к Терри, давай. Встретимся у Рэя. Давай, вези сюда свой оружейный фургон. Hey, Terry, you still got that hardware? I got you, bro. I'll be in the area soon. Опять миссии нету. Что за хрень происходит? У меня патронов вообще по нулям. Ага. Я понял, почему она вылетает. Когда я радио меняю, потому что я пытаюсь поменять оружие, но меняется радио. И она вылетает, когда я меняю радио. Значит, надо удалить радио. Как удалить радио? Вот у меня вопрос теперь. Как удалить сраное радио? Здесь сохранение тогда прошло. Куда я еду вообще? О. Сегодня не настроен убивать представителей элиты общества. Придется вам самому замараться, Стабс. Так они учи меня жить, это важно, Джонатан. Настолько важно, что я спущусь со своей башни из слоновой кости и потолкаюсь с простыми работягами на вашем берегу Вест-Ривер. Приезжай, я буду в вашем клубе, я пью односолодовый виски.
Дай проехать, Дюкс, пиздюкс. Get lost. Отлично у тебя местечко, Джонни. Я уверен, что я смогу соблюсти дресс-код. Так вот, разрешение курить мне определенно нравится. Какого хера вам надо? Ну, разве можно так с друзьями? А мы раз друзья? Ну да, по крайней мере, голым ты меня определенно видел. Пиздец у него галстук, блядь, билайн. Ах ты, вообще-то нет. Блядь. Слушай, твой друг, Рэй, бочина. А что так? В настоящий момент у множества коллег находится под серьезным наблюдением. Я даже сказал, его взяли в оборот. Либо они погибнут, либо окажутся за решеткой где-то через месяц. Лучше всего держаться от него подальше. А как же Билли Грей? А, да, знаешь, у нас возникла небольшая проблемка, дружище. Он за решеткой разговорился. Решил, что обвинение в крупной торговле наркотиками можно свалить на тебя и твоего приятеля в кресле каталки. Оно, видно, думает, что все пойдет по программе защиты свидетелей, так что если он на тебя повесит, ты получишь 15 лет, а он квартиру в Аризоне. В этом я сомневаюсь, мистер Стабс. Тем не менее, он в тюрьме. Знаю, в настоящий момент нас разделяют толстые стены вооруженные охранники. Да, точно, ты ведь умный парень, что-нибудь придумаешь. Если попадешь в переделку, позвони, когда окажешься на месте. Возможно, смогу тебе помочь. Хорошо, это пригодится. И еще одно, Стабс. Почему ты все это делаешь? Говорю же, я в долгу не остаюсь. Даже так, главное не менять радио. Вот хорошо, мне колесо на мышке сломалось. Хорошо сломалось колесо на мышке, я не могу радио поменять, потому что было бы плохо. И вот почему она все время вылетала, да? Ну, Стабс, конечно, блин, очкарик, ну, ты еще, блин. Галстук еще, гиги за шаги, нормально. Спасибо, я понял, что это тюрьма, да. Я боюсь очень сильно, да, все. Хватит мне показывать. Камера, да, очень страшно. Не, выходишь отсюда, мужик, а? Разве тебе не понравилось находиться по пресному там государству? Редко удовольствие, мать твою. Лёу. Терри, нужно нанести визит нашему другу Билли, что-то он разболтался. Прихвати клей момент и пригоди весь грёбаный арсенал до подвала к городскому исправительному... В тюрьме, короче, я жду. Последняя работка, помню. Последняя. О. Говорит Стерри, чтобы получить бесплатное оружие. Хорошо, я не стал закупаться. Здорово. Я завис. Слава богу, дверь открыт. Ой, бля, это очень бесплатно, да? Ах ты, сука. Ну хорошо, блядь. Раз уж ты такой человек, блядь, я забираю все, блядь. Просто все забираю. Мне вообще похуй, что ты там, блядь, боеприпасы, твои не боеприпасы, я забираю все, блядь. Ты меня раньше грабил, вот, спасибо, блядь. Сейчас я тебя пограблю. Броники, хуёники, еще броник давай. Карман засуну. Гранатку. Самодельную бомбу, блядь. Ножик, нахуй, не знаю зачем. Все, я думаю, мне хватит. Нет, не хватит, ты чё, снайперку же, как же снайперку нельзя, ты чё.
Все. Ну, я думаю, мне хватит. Взорвите ворота тюрьмы, заебись. На нахуй! Да блять! Терри нахуй! Блять, мне еще их защищать. Шибить, блядь, класс. Блять. Терри, куда ты бежишь, дебил, что ли? Убьют же! Он может сдохнуть, я прекрасно понимаю. Так, хорошо. Бля! Пиздец. Да ты чё, живой что ли? Ты задолбал мельтешить передо мной. Куда ты пошел, дебил? Я хотел взорвать. Боже мой, какие они тупые. Куда вы пошли? Куда ты пошел? Вот куда ты, бля, вот хули ты стоишь тут? Защищай их, конечно, они же дебилы, пошли сюда. Не беги вперед меня, понял? Не беги, сука. Не беги, блядь. Ебанутый. Скажите, вы ебанутый? Ну, пожалуйста, ну скажите, что они... Ёбнутый, блядь. Вертолеты, бля, и аннихиляторы, серьезно? Ну куда ты пошел? Короче. Хватит нахуй. Хватит игр. Хватит нахуй игр, блядь. Настало время серьезного дерьма. Только попробуй сдохнуть, Терри. Кусок дебила, который лезет под пули. О-о-о, по-моему, нам пиздец. Ну, мягко сказать. Мягко сказать, нам пиздец. Попадай, что ли? У меня же есть гранаты, ёпта. Лол. Куда она? Я под себя кину? Надеюсь, нет. Push me, да, блядь.
чё он не умирает-то, блядь? Бля, бессмертный, сука. Сука, я застрял, бля. Наконец-то он был. ХП мало еще. Броника нету. Почти. Да сколько вас, ну? Этот меня заебал, блядь. И этот тоже. Чё сидишь? Полисмен, блядь. О, броник. Спасибо. Здорово, блядь. Откуда мотик здесь? Чё за хрень? По-моему, нам не жить. Вот так на тюрьму. Обчистим. Блять, он с мусором пиздит. Сука, нет, пожалуйста. Что? Он со штангой бежит, блять. Он со штангой бежит. Нахуй ему штанга, блять. Со штангой просто бежал тупо. Нахуй ему эта штанга, он что, я на металл сдать решил? Ладно, окей. Терри, Клей, thanks for rolling with me. This gang is fucked all the hell right. От банды остались одни ошметки, у нас ребята будут любить до гроба. Черт, как не хватает Джим, он был благородный сукин сын, он был лучшим из нас. Ёб твою мать, а кто все сжёг? Один компуктер жив, смотри. Один компуктер жив. Джонни. Джонни. Hey. Привет. Мы здорово проводили здесь время. Yeah, we did. Да, было дело, но теперь все кончено. Yeah, it is. Да, точно, как это произошло, блядь? You know how it happens. Ты знаешь, как это происходит. Это все гребаная часть людишек, которые всегда всего мало. Я хочу сказать, что нам было... Стоило еще заделаться грабителями, маньяками, психами, скупердьями. Ну, ты понимаешь. А ты алчный тварь, притом долбанутый тупица. Из тебя выйдет хороший политик. А не гребаный мошенник. Разве не так? Бля, чё он всё ли разохуярился? Давай избавим это место от страданий. Да, сделаем то, что должен. Давай, мужик, погнали отсюда. Блин, серьезно, они бензином решили? А, вот откуда, блин. Чё, в натуре, что ли, всё? Так быстро? Thank you.
Это серьезно, 4 человека осталось? А Эшли где? Серьезно, блядь? Ну все получается, это финал, да. О, вот и все. Прошли DLC, одно из двух. The Lost and Damned заняло это где-то... Какая-то серия, 8-я, да? 8 серий заняло, ну неплохо. Мне кажется, второй DLC примерно столько же будет. Может, уж чуть поменьше, а может, чуть побольше. Ну, плюс-минус там 2 серии. Вот. Ну... Что я хотел сказать-то? Пока что, наверное, не будем новую игру какую-нибудь... Квартира Романа горит! Нормально? Это, ладно. Чё будем начинать-то? Продолжать GTA 4, интересно? Или же... Или как? Хер его знает. Ну ладно, решу тогда. Всем спасибо за просмотр... Роман поехал смотреть с Коляном. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока, друзья.